选手是维拉巴扎诺娃和安德烈德普塔俄罗斯 The next pair is Vera Bazarova Vera Bazarova Андрей депутат representing Russia выступающий за Россию. Красивая получилась пара, ничуть не менее гармоничная, чем их предыдущие дуэты. Очень хочется, чтобы у них все получилось. Не упали уже, хорошо. Thank you.
Все-таки нередко нам показывают уже завершивших свое совместное выступление на этом этапе Арину Чернявскую, Антонио Созу Кордейру. Ну а это Вера Базарова и Андрей Депутат. Надеюсь на Нино, Тастро Пьяццолла под эту музыку, очень хорошо известную в мире фигурного катания. Сегодня выступали наши спортсмены. Да, не все получается, и это пока еще очевидно, но тем не менее пара красивая, смотрятся спортсмены вместе очень хорошо, и все же мы надеемся и верим, что когда-то у них будет получаться и лучше. Все для этого есть, во всяком случае, у Веры и Андрея. Дело мастера боится, а Олег Васильев, безусловно, мастер, как был фигуристом, так и тренер тоже очень-очень сильный. Даст Бог, получится. Подкрутка хорошая, только второго уровня, правда, оценили арбитры, но оценили техническая бригада, а арбитры порадовались, поставили плюс. Что касается Тодеса, то только на первый уровень. Ну, вот видим, много технических огрехов, которые ведут к снижению базовой оценки за элементы. Плюс ко всему, кривление не всегда получается гладким. Но здесь Вера молодец, сумела удержаться на выбросе и не коснуться льда рукой, что позволило арбитрам даже отплюсовать ей этот элемент. Смотрится хорошо вместе, согласись. Всем привет, мама, папа. Привет. Ну что же, 110 почти, да еще и с падением. Совсем неплохо для дебюта на гран-при. В общем и целом сейчас Вера и Андрей на первом месте. Показухи, ребята. Показухи. Не придется вспоминать.